Եթե ուզում եք բաբանը լինի գեշտոբի պետ այս տեսանյութին սեղմեք լայք։ Նոր սկանդալ ռուս-turkական հարաբերություններում։ Հրապարակել է 1996 թվականի Էրդողանի լուսանկարը։ Ինչպես այդ նիդարծավсли նյուսին, համացանցի turkական դիտույթում շարունակում է ուշադրության կենտրոնում մնալ ռուս-turkական լարվածությունը։ Կապված turkական քաղաքներից մեկի Այգու վերանվանումը Իջկերիայի չեչենական ինքնահرչականրապետության նախագահը Ջախար դուդայեվի անունով ավելի վաղ տեղի ունեցածին արձագանքել էր Չեչնիայի ղեկավար Ռամզան Քադիրովը, կոշտ քննադատելով турկական իշխանությունների այդ քայլը։ Անհգստություններ հայտնել նաև Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Այսօր թուրքական լրատվոր միջոցները ուշագրավ լուսանցան կարեն հապարակել, որտեղ ներկայիս Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայպ Էրդողանը 1996-ին Ստամբուլի քաղաքապետ եղած ժամանակ մասնակցել է Դուդաևի անվան 1-ալ Այգու բացմանը։ Սա առաջացրել է ռուս օկտատերերի դժգոհությունը։ Նրանք անդգծել են, որ այդ ամենը ցույցアドում է Էրդողանի ճնշամական վերաբերմունքը Ռուսաստանի հանդեպ։ Ադրբեջանը դիմել է Google-ին Արցախի հայկական տեղանունները փոխելու համար՝ Անի, Սամզոնյան։ Ադրբեջանը դիմել է Google-ին Արցախի հայկական տեղանունները փոխելու համար, որոնք ըստ իրենց սխալ են արտասոլված Google Maps-ում։ Այս մասին Facebook-ի իր էջում գրել է ՀՀ քաղաքական նախկին պատգամավոր Անի Սամսոնյանը։ Չգիտեմ որքանով է Հայաստանը լուրջ վերաբերվում այս հարցերին, բայց սա տեղավորվում է նաև թվային դիվանագիտության հասկացողության շրջանակներում նյուր գուգլի քարտեզում կհայտնաբերենք, որ ոչ միայն ամբողջ Արցախը, այլև մեր մարզը, քաղաքը, բնակավայրը, գետը կամ լիճը ադրբեջանական տեղանուններով են։ Իսկ ժամանակի ընթացքում համացանցային մարտ ու հামার դրանք կընկալվեն որպես ադրբեջանական տարածքի մաս։ Հայաստանի Հանրապետության Արցախի ինքնորոշման իրավունքի եւ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության պաշտպանության հարցերը վաղուց դուրս են եկել զուտ դեմարկացիոն անկալումներից եւ դրանով պետք է զբաղվել հետեւողականորեն նշել է նա. Лапыхал они были там, то есть когда вот что-то такое случается, они как стервятники набрасываются и ждут момента. Может не получится, они соблюдают правила приличия, осторожности при этом. у них достаточно большой опыт ведения такой политики с двойным дном. Они на самом деле, на самом деле, открыто между собой рассуждают о том, как они должны управлять всем этим регионом. Кстати говоря, Армению это касается самым прямым образом. И Грузию тоже, и России тоже есть о чем задуматься. Но я не завидую Эрдогану за тем, что происходит во всех мусульманских регионах. И они ищут возможности расширить свое влияние. Это действительно является неотъемлемой частью их понимания мира. Причем тут что сомкнулось? Пан-тюркизм? Но на первом месте сегодня, наверное, мы назовем пан-исламизм. И также реваншизм бывшей Атаманской империи. Это не ушло. У них хорошее чутье, они видят какую-то слабинку там и сям, они пытаются там оказаться. Это особенность турецкой политики. Мы видим эти попытки, кстати, и в Абхазии, в Батуми. В Батуми мы видим экспансию постоянно, мы видим, что по отношению к Крыму, как они себя вели тоже в разных ситуациях. Мы также, опять же, Северный Кавказ, когда полыхал, они были там. То есть, когда вот что-то такое случается, они как стервятники набрасываются и ждут момента. Может, не получится. Они соблюдают правила приличия осторожности при этом. У них достаточно большой опыт ведения такой политики с двойным дном. Они на самом деле, на самом деле, открыто между собой рассуждают о том, как они должны управлять всем этим регионом. Кстати говоря, Армению это касается самым прямым образом. И Грузию тоже, и России тоже есть о чем задуматься. Но я не завидую Эрдогану, не завидую его последователям и не завидую тем, кто там будет у власти. Страна, конечно же, находится в состоянии глубочайшего кризиса. Экономическое чудо Эрдогана это были просто иностранные инвестиции, которые надо возвращать. Турция это сегодня, конечно, не фейлд стоит, нет, но при наличии фактора беженцев и полыхающей Сирии, и их вовлеченности, и соперничество с Ираном, и сложные отношения с Россией, и все остальное, я не вижу у Турции каких-то блистательных перспектив, давайте скажем так. Вот Сирии уже нет как единого государства. Ирак сомнительно можно назвать сегодня единым государством. Даже после ликвидации фактора ИГ. Турция на очереди, конечно, она на очереди. Это одна из причин, что Эрдоган он пытается продемонстрировать какую-то экспансию вне границ, тем, чтобы как-то успокоить положение внутри. Но то, что ему удалось подавить демонстрации, это не значит, что они не, воз... не возобновятся. Внутри самого турецкого общества его личность, деятельность вызывает колоссальное недовольство. А сколько было переворотов за последние 50 лет в Турции? Ситуация там зыбкая, это надо иметь в виду. Но и я бы сказал, американцы это имеют в виду. Многие государства на Ближнем Востоке не были совершенно искусственными. Ну, что такое государство в Сирии? Нет, я уважаю их территориальную целостность, разумеется, и Сирии, и Ирака. Но мы же понимаем, таких государств никогда не было. После Первой мировой войны англичане и французы сидели и вот так вот рисовали линии, не учитывая того, что они по разные стороны оставляют какие-то племена, семьи. Не было ничего учтено. Что такое иракский народ? Вот иракский народ это что такое, скажите мне? Это арабы, которые? в большинстве шииты, сунниты, и там еще живут курды. Что такое Сирия? Опять же, меньшинство алавитов, большинство суннитов. Поэтому это все было построено таким образом, что оно не могло не развалиться. Какое-то время спаивали это какой-то панорабистской идеологии с элементами социализма, партия БАТ да, в Ираке, в Сирии. Какое-то время это держалось. Но времена изменились. И я не завидую людям, которые там живут в Турции, в Сирии, в Ираке, в Иране. Вот такая же развязка, как и в Ираке, будет в Сирии, то есть продолжение. Это будет тлеть, возгораться, тлеть, возгораться. Не вы и ни я не я не можем примирить суннитский мир с шиитским. Не вы и не я не можем примирить арабов с арабами, которые убивали друг друга в семьдесят 80 годы в Ливане. Ирана, Иракская война, там понятно, что персы с арабами, которые унесла около миллиона жизней, так этот регион живет. Не вы, не что бы мы ни сделали, мы не сможем этого изменить. Их значимость, всех вот этих арабских порождений, она идет вниз, вниз и вниз. Начинаются метастазы. Политическое влияние арабского мира идет на убыль. Экономическая тоже, их значимость сегодня она не сравнивается.